Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube канале. Сегодня я решил взлететь на инсейн, у меня на балике 414 бачей. В прошлом видосе мы вроде как дошли до балика в 218 или в 250 баксов, но я еще катал на инсейне у себя на Твиче на трансляциях. Из-за этого у меня балик стал еще больше, я там поднялся, причем неплохо. Ну и сегодня у меня балик 414 бачей, давайте сейчас со старта сделаем ставочку 30 баксов, наверное, на кайф 1.5 в краше. Так, полетели 1.5, 30 бачей, плюс 15 бачей со старта поднимем, будет неплохо. Хотя до этого был, конечно, кайф 18.95, из-за этого сейчас может быть жесткий слив, но понадеемся на чудо. Давай, 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 надо 1.5 выдавать. Так, ну нормально, 1.5 он выдает, плюс 15 бачей делаем. Слушайте, приятненько, приятненько, продаем. Вы как раз многие в комментариях спрашивали, когда будет инсейн, когда инсейн, я почти под каждым видосом это видел. Сегодня, пацаны, наконец-таки залетаю, надеюсь, меня сегодня лава, ролл, краш, ну вот эти все режимы не будут все-таки расстраивать. Но лава, конечно, такой режим прикольный, но очень часто меня, честно, в последнее время стало расстраивать. Короче, надеюсь, сегодня мы сможем подняться. Потому что вне ролика на стримах я на инсейне поднимался хорошо. Надеюсь, эта тенденция продолжится и в самих роликах. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на инсейне, так же, как и я, вы можете при пополнении ввести промкод Никелар и получить плюс 100% к депозиту на первое пополнение. На все последующие можете использовать промкод 30 Никелар, он будет давать плюс 30%, что тоже очень даже неплохо. Но кто первый раз на сайте, используйте этот промокодик, как бы депнули скинчиком 1000 рублей. На балике в инвентаре скинами получили 2000. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Ладно, полетели все-таки в лаву, магазин. Так, сейчас купим шмоток по 30 бачей и попробуем поиграть в лаву. Давайте 30 баксов, наверное, сейчас на... Давайте на оранжевый попробуем, полетели. Так, нормально, первый раунд мы выживаем, выживаем. Дальше сколько будет клеток? 3 клетки, давайте вот сюда полетели. Только не в эту, пожалуйста. Найс, так, ну хорошо, что я с оранжевой клетки ушел. Вот сейчас самое сложное, 5 клеток, но если я выигрываю, я забираю 107 бачей. Давайте сюда же, просто понадеемся на чудо. Давай, 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 родной. Пожалуйста, не в меня, не в меня, не в меня. Найс! Мы переживаем эти 5 клеток. И сейчас забираем 107 бачей, слушайте. Ну красиво, красиво, прям максимально красиво, я бы сказал. Так, ну давайте сейчас попробуем тогда поставить 30 баксов. Я хочу в ролл пойти, поставим 30 бачей просто на красное. Давай, красное, 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 красное. Ну, кто и я слил, и тот, кто залил, слил. Давайте удвоим, 60 бачей поставим также на красное. Так, ну тут чел какой-то на самом деле со мной бешеный залетает, по 400 бачей ставит на красное. Ладно, давай ты мне красное выдай, самое главное. Остальное плевать, нормально, красное нам падает, отлично. Мы поднимаем плюс 30 бачей, потому что предыдущий проигрыш отбили. И сейчас ушли в плюс на 30 баксов. Так, хорошо, можно сейчас попробовать поставить, наверное... Да, опять же, на красное просто 30 бачей попробуем. Давай, 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 надо выдавать красное. Ты посмотри, какой был стрик из черного. Но это же нечестно, пора красное. Чтобы все было по-честному, надо красное. И красное нам падает, мы еще плюс 30 бачей поднимаем. Но слушайте, ролл на инсейне меня почти... Ну, он меня никогда не расстраивает. Я всегда в нем окупаюсь. Ну, может, бывает там один ролик из 5, где он меня сольет. Но это крайняя редкость. Ну, вот тут немного накаркал, упал зеленый чел, кстати, выиграл неплохо, но хоть и на 10 центов. Ладно, давайте, да, удвоим 60 бачей. Ну и также на красный ставим, что. Давай, давай, родной, надо выдавать красное, я тебя прошу. Выдает черное. Так, хорошо, мы еще раз удвоим, поставим 120 бачей, у меня палик большой. Также на красное. Давай, пожалуйста, 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 пожалуйста. Найс, красное нам все-таки, да, все, падает идеально, так, неплохо. Но на самом деле, когда мы ставим по 30 бачей, как-то, ну, очень мало у нас удваиваний, попыток на удвоить, потому что очень рискованно. Но мы уже поднялись неплохо, на самом деле. Мы уже сегодня подняли, сколько получается? 180 баксов, охренеть. Но это потому что лава меня сегодня порадовала. Ладно, полетели, попробуем еще поделать апгрейдики. Давайте 5x. Не, 5x как будто бред, давайте 2x, да. Тут еще апгрейд работает по-другому. Тут идет вот такая вот линия, если она заходит за вот эту вот оранжевую, то мы выигрываем. Вот мы сейчас выиграли, отлично, давайте также 2x. Ну а сейчас проиграли, линия не дошла. Хорошо, давайте еще разочек. Так, отлично, еще раз 2x мы ловим. Давайте также 2x полетели. Давай, 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 найс, отлично. Дальше, еще раз также 2x. Отлично, слушайте, ну не, апгрейдик меня сегодня радует. Давайте, последний, можно выиграть еще? Апгрейдик меня прям очень радует сегодня. И последнее мы тоже выигрываем. Мы сегодня подняли еще с апгрейда сейчас. Сколько у нас на балике, мне просто интересно. Но мы сегодня дохренище подняли, реально дохренище. У нас на балике уже 700, мы 300 бачей подняли. Мы 300, мать его, бачей подняли. Так, я хочу подкрывать сегодня еще какие-нибудь кейсики. Причем можно дорогие, потому что балик мне позволяет это сделать. А, давайте вот, наверное, камофлейдж. А, ну это вся вот эта гача тема. Не, а есть какие-то более нормальные кейсы? Как будто кейсов немного подобрали, но здесь есть за 15 бачей неплохой. Давайте его пооткрываем. Давайте быстро, за 15 баксов. 11, дерьмо. Давайте еще один. Кортекс, ну, пожалуйста, выдай что-нибудь хорошее.
Так, 19, неплохо, давай еще один. Ну, считай, в ноль ушел, можно еще один. 10, давайте еще один. Ну не, ну что-то как-то кейсы не выдают сегодня, от слова совсем. Ну вы посмотрите, одни не ок. Да не, ну это просто слив, не-не, все, я больше играть тут не хочу. Полетели в лаву, еще раз залетим, я вот в лаву еще раз хочу катнуть. Давайте также по 30 бачей. Лава один из самых прикольных режимов на этом сайте, но, честно, в нем надо быть осторожным. В нем заиграться очень легко и слить весь балик. Давайте, лава в 5 клеток, я ставлю на салатов. Да, блять, последняя в меня ударила, ну как неприятненько. Давайте еще разочек. Да не, ну не, ну это бред. Короче, я предлагаю на этом уже заканчивать видос, потому что дальше, мне кажется, меня Insane будет сливать. Мы сейчас все продаем. На балике на 632 доллара мы сегодня подняли плюс 232 доллара. Это неплохо, это отличный результат на самом деле. Плюс 23 тысячи за один видос, ну это же правда красиво. И мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на Insane, так же как и я, вы можете при первом пополнении ввести промкод Никилар и получить плюс 100% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасы, карты, скинами, крифтой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 2000. Вы со старта будете в хорошем плюсе. На все последующие пополнения можете использовать промокод 30NIKILAR, он будет давать плюс 30%, что тоже очень даже неплохо. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой красивый ролик можно плюс 232 доллара, но это же правда сильно, парни, то с вас по-любому лайк, подписка, комментарий. Все, парни, всем удачи, всех люблю.